друзья, всем привет. Короче, 105-ку загнали турбину менять, так как думаем, что дымит она из-за турбины, потому что сняли. Там все в масле. Полный впуск в масле вообще. Вот, старая турбина вся в масле. Все разбито. То есть дикий люфт вообще. Вот. И вот новую турбину уже сейчас будут ставить. Ну и потом поедем, прокатимся, посмотрим, как он поедет. Такой патрубок сейчас купили, съездили. Ну, налазит, да, Андрюх? Прям вообще даже хорошо. Да, помазать. Ну. И он прям четко будет там. Ну, вот из-за этого он и дымил так жестко. Потому что во впуск масло шло. Ну и масло уходило сильно. Так что не переключаемся, смотрим до конца. Так, друзья, стадия уже почти закончена. Андрюха уже устал. Почти все собрано. Позже будет понятно. Так, друзья, всем привет. Ну что, сегодня едем в лес. Погода вообще говно. Будем испытывать 105-го крузака. Вот так вот едем под джерик. Мы на 105-очке. И УАЗик. Даже выходить из машины неохота. Ну что, погнали тогда? Погнали. Никитос, ну что, какие-нибудь комментарии будут? Нормально? Посмотрим, как по грязи едет. Мы стравились до однерочки. Посмотрим, как попрет. Да, погода заставляет желать лучшего. Ну что, друзья, едем потихонечку. Сегодня в три машины. Поездка просто такая чисто лайтовая. Испытать наш новый автомобиль вообще на внедорожные качества. Резина у нас 36 Simex. Ну, подуставшая уже. Да, резина подустала хорошо. Ну. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Итак, ребятки, мы разулись, короче. Полоника же нет, да? Нет. Стравились до однерки и разулись. Вон там в колее. Блять, ну такого я не ожидал расклада. А что, это, Данил, есть баллоник? Сейчас будем что-то придумывать. Так, ну что, друзья, контент у нас немножко не задался сегодня. Поехали, до очка стравились, разули правое колесо переднее. Сейчас пока ленда поставим. Заморачиваться сильно не будем. Дальше прокатимся уже так, без него. Ну а в будущем снимем другой контент. Не успели до гаража доехать, вон второе разулось. Короче, стравливать симиксы, походу, без бэдлоков нельзя. Давление 1,2 было. А на накачанных симиксах он не едет, я не знаю. Походу симиксы такие. Итак, друзья, сегодня контент какой-то необычный. Вот. Никита поехал за колесом на УАЗике. И вот они в горку не могут подняться. И там стянул УАЗик, а там овраг. Сейчас Волга попробует подъехать, вытащить его. Но ситуация очень опасная. Прям очень опасная. Сейчас вы это увидите. Короче, вот УАЗик.
Вот тогда, в прошлой серии я здесь не смог подняться. Но УАЗик, походу, тоже не смог. УАЗик на сливерах. И вот сзади вот такая вот ситуация. Сзади вообще овраг. Лютый просто. Опасная, опасная ситуация. Но сейчас будем как-то выходить из нее. Ребята, Волга подъехала. Сейчас будем доставать УАЗы как-то, как-то будем доставать. Ну, ситуация очень сложная. Опасная. Давай, Никит, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Стопы! Давай налево, налево. А вот тебе сюда надо встать. Никит, крутяк большой. Давай сюда. Друзья, сегодня хотели крузака испытать, но что-то, блин, не пошло. Травился я сильно, не буду больше так травливаться. Ну, симиксы уставшие. Думал, поедет, ни хера. Так, ситуация интересная. Ну-ка, посмотрим, что можем. Пошел! Отлично! Волга сила! Nissan Patrol сила! Так, друзья, ну что, съездили с домкратом. Съездили за очередным колесом. Уже домкрат взяли такой, что на монтажный. Что-то не поехала резина на одном очке. Короче, если будете стравливаться, то ставьте бедлоки либо тайрлоки. Да. Либо с резиной уже непорядок. Она, наверное, уже и подизносилась. Либо я не знаю. Здесь пока меняется колесо. Посмотрим, что у нас происходит там. Умный. Нет, что снимаете? Колесо? А, контент? А, для контента. То есть как за 2 часа сделать из 105-го трактора Беларусь, чтобы сзади были большие колеса, а впереди лысые неуправляемые. Да-да-да, вот так это все дело выглядит. Только в осинниках, только... Только сейчас, да? Да. Я маленько в нем участвовал. Ну что, ставь. Коль там сидит. И я чуть не ушел в обрыв, блядь. Ну, Дамир, чуть это не спрыгнул туда. Надо ничего ломать, бросили, она перегорит, и то увидишь, где-то. Вверху положу. Вы думаете, у нас тут все легко? Сейчас-то вообще как ехать продавать. Сейчас уже раздавка. Не, сейчас-то вот наоборот лучше, что на одной оси одна резина. Нет. Нет? Бесполезно. Full time здесь. А, точно. Зиму надо ждать, Зиму. Зиму надо ждать. Ну еще два колеса привезти. Дима бухает, Дима не приедет. Ну что, ребятки, мы думаем тут оставить 105-го до лета. Знакомый. Спасик ехал. Поступило предложение, короче, это еще два колеса привезти и сразу на зиму переобуть. Да. В целом, в машине очень мягко на этой резине. Ну, она, падла, разувается. Сюда бы Максиса 38-е. А мы же это, с тобой до 0,5 травили Silverstone. Почему у нас он не это? Даже 0,03 было тогда. Где? Ну, помнишь, поднимались в гору. И у меня Халюкс. Такая хуйня. Это, ну, было... это зимой было. Зимой. Ну да, наверное. Не, Никита, зимняя резина была? Кто? Сильвера. А, это зимняя была? Ну, извините, простите. Ну, так вот, друзья. Не все так хорошо тепло. Я уже промок. Скорее всего, уже вот это такая. Буду кашлять. Вот такая вторая серия. Но у нас есть самогон? Есть. Есть. Я думаю, мы здесь ночевки оставим. Самогон покупали в это, там у нас товарищ. Там приобретает... Вред, нахуй. Сам гонит. Итак, друзья, итоги нашего заезда, короче, после замены турбины масло перестал есть, а так как до этого вообще ел масло.
Ну это ладно. Короче, вот такая поездка у нас получилась. Два раза разулись мы. И вот после удара в колею, после первого удара, когда мы разулись, потек кулак. В колею очень сильно ударились. Вот, последствия, короче. Ну, резину вот эти симиксы, походу, уставшие сильно. Принято решение ее продавать. Будем что-то другое ставить. Что-то позлее и побольше. Так как 3/6 ему маловато, походу. Ну, вот такой вот выпуск получился. Так что подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем пока.